Да, на 2000 год. От гусара Погарского, да? Да. И? Альта Шваба. Альта? Я думал, Альта. Альта. Так, во сколько у него подъем? Без 18 у меня. И меня вроде без 18. Он пошел. Ага. Или на... Тихо-тихо, не маши, он на наш идет, заяц, по-моему. Или туда пошел, или... Не-не-не, он прошел по дороге. Он, видишь, пошел по дороге. На Дудкина пошел. Он на нас идет, Борь. Или на... Не врублюсь. Или на нас, или туда же идет. По моей половине, по моей стороне. Опа, скинулся. Вправо скинулся. Ты видел? Так, это было у нас время... Ну, чё, я засел. Без 15, то есть 9.45, да? 9.46. Это уже 20 секунд нет лежницы. Сейчас посмотрим, что он будет делать на дороге. Ну, вышел через 40 секунд. Ну, до минуты вышел. Вернулся назад, видишь, я себе говорю. Заяц, что сделал, падла? Вот обрезает, нормально, нормально. Сейчас режь, режь, не в ту сторону ты режешь. Погонки нахер. По своей пятуна. Замолчал. Ну это ерунда. Назад вышел. Че я, блядь, переживаю, сука, для меня собака будет. А все равно, блядь. Пошел? Ага. Ага. Молодец, разобрался, да? Угу. Мастеровито выполнил все. Заяц пошел через пахоту. Вот собака вышла, идет в жилет по зайца. Молодец, провел, молодец. Завершил жилец круг, но никак ее хорошо не зацепит. Вон такой неяркий, с перемолочками. Вроде поближе подобрался. Вот пошел хорошо, правильно? Сюда не пойдет.
Вот стоят владелец, один из членов экспертной комиссии. И видать, заяц хочет еще кружок пороть на поле. Ага. Вот это у меня переход здесь мы. Ну, все зафиксировали. Все зафиксировано на пленку. Есть доказательства. Да. Вот еще. Ты где-то вот там на кресте, наверное, где ты. На кресте. Кружка пошла. Ваш лес перешел. Вернулся назад. А? Вернулся заяц назад. А? Сейчас он, знаешь, где может еще пройти? Вот прямо от нас вот здесь. Вот любимая и вот эта балочка, блин. Он еще тут не проходил по балочке. Вот. Так, зайца прозевал, он прошел. Но жильца надо снять. Дима, пройди так, встань с комиссией, чтобы я заснял. Как... Сань, причем, Сань, в течение 5 минут уложил. То самое ценное, да. Гонит, трубит, ту-ту-ту-ту, кричит, гай-гай. Замолк, вышел на просьбу и по прямой идет сюда. Что самое ценное в работе? 9.33 набросили, он тут же его поднял. Ну, мы, он прискуливал, да? Сразу пробежал, взял и начал работать. В 9.40, где-то вот здесь вот, что ли, да, ну мы там были. Там он. Он пошел не такой яркий, с какими-то вот рывками и перемолчками длинными. И в 9.43 он смолк. 9.04 молчит, и затем опять пошел.
Работа была у нас у всех на глазах, и у участников, и у экспертной комиссии. Зайцы видели, ну, я не считал, но раз в шесть, наверное, видели. И туда, и сюда он бегал, тут бесчетный раз. Работа очень интересная, яркая, и явно заслуживала диплома первой степени. Но все мы видели, собака задыхалась во время гона, ей необходимо было попить, и в общей сложности она набрала 18 минут скола. 16 из которых, 16 минут скола, она была на водопое, правильно? 5, 7 минут и 4 минуты. И расценка, говорю, что сейчас вот буду называть, но там явно цифры должны быть выше. А поскольку 18 минут все-таки сколов чистого она набрала, значит, из этого мы будем исходить. Палас семерка, поскольку мы практически его не видели. Он сразу у нас с поводка взял и ушел. Добычливость 5, мастерство 19, 8 чутье, 15 вязкость. Голос мы так тут посовещались. 8, 2, 5. Паратость 9. Мастерство явно, если бы эти 16 минут он не пропил воду, очень высокое должно быть. Порядка где 23-24. Но, увы, никуда от этого мы не денемся. Послушание 5, 83 балла, диплом, извините, но второй степени. Здорово, сам себя резал. Что-то нормальная работа.